красота. Опять солнышко выглядывает прям. 5 минут назад был дождик, теперь солнышко выглянуло. Вау, как красиво. Прям моментально все меняется, вся картинка. Ради этого я здесь и не убегаю. И не убегаю, не хочется убегать. Ну, правда, солнышко, конечно, хорошо и греет так приятненько, но сразу уже появляется всякая разная, не знаю, как сказать, неприятность, какие-то блики. Вау. Где-то очень красиво, а где-то не очень. Я и хотела прогуляться именно вот пока солнца не было, именно в ту сторону. Потому что когда оно в лицо, не получается всегда пройтись именно в ту сторону. От храма Христа Спасителя в сторону Крымского моста, в сторону парка культуры. Всегда только получается в обратную. Ну вот, вроде бы скрылась. Погода в Москве — это нечто. За каких-то 15 минут и дождь прошел, и дождь перестал. И солнце выглянуло, и солнце опять скрылось. Ну, в общем, все, что можно было, все за 15 минут, все было, все случилось. Сделаю фотографию. Ну, очень красиво. Красивее, наверное, не бывает. Сфотографируюсь на фоне неба.